Приветствую, друзья, на канале Тимоха Лайф, и сегодня вам покажу, какую я настройку опасную потушил неизвестных приложений на телефоне. Эта настройка находится на каждом телефоне Xiaomi, буду показывать, да, и нужно отключить каждому из вас. Для этого нужно зайти в настройки телефона, вот так вот, и можно воспользоваться поиском, который у нас находится здесь. В поиске можно просто написать автозапуск, вот так вот, и у нас появится вот такой вот пункт автозапуск, где мы сейчас и будем проводить всякие настройки. Но если вы вдруг не в поиске не нашли, то можно еще по-другому найти. Нужно опять-таки зайти в настройки, дальше спуститься вниз, найти такой пункт, который называется приложение, дальше все приложения, и здесь у нас будет пункт вот разрешение. Кликаем по разрешениям, и здесь вот этот вот пункт, что мы находили в настройка автозапуск. Заходим в автозапуск. И здесь у меня те приложения находятся, которые могут автоматически, самостоятельно, без моего ведома, то есть запускаться. Могут без всяких ограничений работать. То есть и в фоне, даже если телефон выключен. Если у вас здесь это много таких пунктов ненужных, то, конечно же, их отключайте. К примеру, вот можно здесь отключить карусель обоев, Google Фото, Google Play. И оставить только те, которые вам нужно побольше. Если у вас каких-то здесь нет, вы так можете подобавлять здесь, чтобы им не давать, как бы сказать, чтобы они были в полном порядке, чтобы они работали без вашего ведома. То есть, к примеру, если у меня Facebook, если какое-то уведомление приходит, оно сразу мне, сразу же на экране высвечивается. Точно так же с Инстаграма, где я работаю, точно так же с Телеграма. Ну и с Ютуба, как вы видите, у меня не включен. Я здесь тоже его не вижу, значит, ютубчик не можно включить. Когда я первый раз зашел в эти настройки, у меня вообще здесь было 10 приложений. Так что напишите, какие здесь у вас. Когда вам будут приходить уведомления, то это очень-очень на самом деле удобно. Ну, то, что я вам сейчас расскажу. Значит, открываем любое приложение, вот, к примеру, здесь. И меню, да. И здесь у нас, смотрите, такой пунктик есть интересный. Первый пункт – это автозапуск приложения. Разрешать приложениям запускать автоматически. То есть, суть все поняли, да, сейчас. А второй вот у нас пункт – взаимный запуск. То есть, разрешить приложениям запускать другие приложения. Мы разрешаем этому приложению запускать другие приложения. То есть, вы читались в этот текст хотя бы? Это нужно, чтобы эти приложения не могло запускать другие приложения без вашего ведома. Его нужно отключить. То есть, соответственно, Facebook может запустить свое дочернее там приложение Instagram, да. Точно так же само Google может запустить все свои приложения, да. Telegram может запустить еще какие-то приложения там свои новенькие в разработочке, да. Ну, я считаю, что вот этот вот пункт нужно каждому отключить. Если у вас каждое приложение будет вот этот вот пункт включить, то Telegram может запустить, дать доступ 10 своим дочерним приложениям. Точно так же само Instagram, Facebook и другие приложения. Так что отключаем эту нужную настройку, я думаю, каждому из вас. И спим спокойно. Во-первых, батарейка не будет садиться, потому что хотя бы, если у вас 3 приложения, они могут еще 3 дать, и здесь уже будет не 3 работать, а 6. То есть батарейка будет не так разряжаться. Ну, соответственно, видите, как хитро разработчики прячут от нас вот эти вот настройки, которые я вам потом нахожу и показываю. С вами был, как всегда, Тимоха Лайф. Если видео стало полезным, вы знаете, что делать. Ставьте лайки, подписывайтесь, и впереди много интересного и полезного контента. Всем пока, до скорого. Кстати, не забудьте рассказать об этом видео своим друзьям.